дизайн просто охуенный, ребят, вы заметьте. Смотрите на этот логотип, я сотрю и дрочу, какой он просто охуенный, серьезно. Вот над дизайном видно, что заморочились. Вот смотрите, я провожу курсором, кстати, я забыл сказать, курсор тут тоже охуенный. Провожу курсором и просто... Сейчас многие охуели, наверное, от моего комментирования, неважно. А в чем суть игры? Суть не особо-то и сложная, при этом интересная. Покупаете здания разные, сооружения, их улучшаете и зарабатываете. То есть, если вы даже не улучшили, вы тоже на них зарабатываете. Естественно, инвестируете, понятно, это инвестиционная экономическая игра с выводом реальных денег. Онлайн, да, еще забыл добавить, как они любят себя называть. В общем, такая тема. Я не знаю, где тут онлайн опять же проявляется. Хотя хз, заходим во вкладку игра. Опять же, этот проект вечный. Это как бы отчасти инвестиционный проект. Но так как тут есть баллы или кэшпоинт, я не знаю, как они называются, это дает проекту не умирать и не загибаться никогда. Опять же, лучше всего... Да, тут как бы можно что-то заработать на том, что вы вкладываете. Но лучше всего зарабатывать на рефералах. Приглашайте рефералов. Да хера, сейчас зайду во вкладку реферал, все вам покажу. Делайте, возможно, какие-то видосы про заработок на игры, ссылаясь на этот сайт и все. Как бы указывайте ссылочку вашу реферальную, переходит рефералы, закидывает бабуленьки, вы зарабатываете. У меня тут одно сооружение, кстати, оно бесплатно, даже два. Нет, одно, это просто... Или это тоже сооружение? Не знаю, в общем, одно сооружение, усадьба эльфов первого уровня, 50 монет в час, которое... Собственно, добивает. В общем, неплохо. Проект работает уже 300 с лишним дней. Регистрация простая. Вывод есть на PR. Кто не зареган на PR, это самый анонимный кошелек. Ссылочка будет в описании. Там можно держать кучу денег, причем без паспорта. Хотя лучше указать, кстати, но можно не указывать. Заходим во вкладку рефералы. Сейчас вам тоже покажу кое-что интересное. Тут есть даже два тарифа реферальных. Первый, стандартный у меня и улучшенный. И отличаются, в принципе, не особо друг от друга. Это просто 10% отчислений комиссионных от рефералов ваших за первый уровень. А тут 11%. В принципе, довольно все неплохо. Кстати, проект Elven Gold – это проект, который, как никто другой, подходит для того, чтобы сюда привлекать рефералов. Опять же, об этом я говорил в начале видео. В принципе, суть интересная и несложная. Способ заработка довольно неплохой, реферальное отчисление тоже большие. В общем, ребят, этот проект наряду с Rich Birds, Golden Minds, Money Birds, ссылочки я оставлю в описании, подходит для того, чтобы сюда привлекать рефералов. Так что... Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте.